Иди сюда, девочка. Прекрати! Пусти! Че уставился, старик? Не доводилось встречаться с людьми, с которыми лучше не связываться. Это я. Мужик, ты спятил? Вали отсюда. Фильм режиссера Клинта Иствуда. Ты работал на износ всю жизнь. Может, пришло время подумать о старости? Эти места совсем не такие, как ты думаешь. Там здорово. Нет, нет, шикарно. Выиграл день рождения. Говорил тебе, это плохая идея. И на черт эти китаёзы приперлись в наш район. Ваша жена Дороти специально просила, чтобы вы исповедовались. Моя исповедь в том, что у меня нет желания исповедоваться мальчишке, который только вчера закончил семинарию. Пошел вон с моего газона. Поберегись лучше. Пошли. Спасибо. Скоро. Я слышал о происшествии в вашем районе. Почему не вызвали полицию? Я молился об их приезде. Но никто не ответил. Зачем вы тащите весь этот мусор? За спасение Тао. Я никого не спасал. Вы настоящий местный герой. Я не герой. У нас пикник. Хотите присоединиться? И пиво есть. Так я и с незнакомцами могу выпить. Те парни, что были здесь вчера ночью, кто они? Просто банда. Расклад такой. Держись подальше. Если я увижу тебя еще раз, сильно покалечу. Как это убить человека? Тебе незачем это знать. Тао и Сью никогда не смогут жить нормально, пока есть эта банда. Что собираетесь делать? В любом случае, у них нет шансов. Гран Торино. Скоро на экранах.